20 тысяч пограничников Белорусского пограничного округа в июне 41 года ушли защищать государственную границу. Вернуться сюда в победном 45-м смогли единицы. июня 1941 года. Обыкновенный мирный день. Из воспоминаний немецкого генерала Гейнса Гудериана. Тщательное наблюдение за русскими убеждает меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Перспективы сохранения момента внезапности были настолько велики, что возник вопрос: а стоит ли при таких обстоятельствах проводить артиллерийскую подготовку в течение часа, как это предусматривалось приказом? Два дня стоит немецкая армия у границы СССР, ожидая сигнала «Дортмунд». Накануне войны на участке 2-й заставы 17-го погранотряда через западный бок переправился мельник из села Старый Бубель Иосиф Бордзинский. Еще на трех участках этой же заставы перешли границу несколько женщин. Все нарушители границы твердят одно – 22 июня будет война. Перед самой войной немцы подняли аэростат. А западный ветер так его наклонил, что он находился на нашей территории. И, естественно, он все цели указания артиллерии уже все передал, чтобы они не стреляли зря и мимо. Вот. Ну, все смотрели и думали, это же нарушение границы и всего. Но никто не решался туда стрельнуть, чтобы его пробить. Ну, видимо, такая политика была. Из доклада генерал-лейтенанта Масленникова, Берии и Меркулова. Пограничники получили неопровержимые данные о подготовке Германии к войне. Германским командованием 6 июня был отдан приказ войскам северной группировки о выходе 13 июня в исходное положение для наступления против Советского Союза. 13 июня дополнительным распоряжением этот срок перенесен на 18 июня. За предельную сторону хорошо видели. У нас участок был чистый, без леса. И мы все это видели, как немецкие машины ходили, как танки гудели, как самолеты там летали. Где-то далеко они так полетали, но это все на их территории. И мы все это докладывали. Приказ Сталина на границе о войне, чтобы даже никто не вспоминал. На основании анализа поступающей информации, еще 18 июня 41 года генерал-лейтенант Иван Александрович Богданов принимает решение об эвакуации с границы семи пограничников, а 20 июня отдает приказ об усилении охраны границы. Нас старшин вызвали на совещание в комендатуру от Рогичин, это расстояние километров 15. Я сел верхом на коне, поехал. Приехали туда, нас встретил контрразведчик. Проинструктировал нас быть, значит, приедете за заставу, все расскажите, как, что это. Гитлер собирается напасть на Советский Союз. А мы говорим, откуда такие данные? Немецкий офицер пришел и рассказал все, и отправили в Москву. Количество задержанных и уничтоженных пограничниками на западной границе агентов-диверсантов накануне войны увеличивается в 25-30 раз. Среди диверсантов профессиональные разведчики, в том числе офицеры Абвера.
На участке Мариампольского погранотряда столкновения с мелкими группами противника начались уже 21 июня в 20:30, а пограничники 17-го отряда в эту ночь занимаются ликвидацией в городе и его окрестностях диверсантов из состава полка «Брауденбург-800», переброшенных через границу в товарных вагонах с двойным дном. Несмотря на явную очевидность происходящего, командование пограничных войск и округов не решается взять на себя ответственность и нарушить указания свыше, не провоцировать германские войска. Однако так было не везде. Берия издал приказ за номером 102, который категорически запрещал вести активные боевые действия, в том числе и участие в боестолкновениях. Рассматривалось это как возможность провокации к началу боевых действий. Но я могу привести массу случаев, масса донесений есть, когда пограничники на свой страх и риск специально, не специально, умышленно, неумышленно открывали ружейно-пулеметный огонь по самолетам-нарушителям. В марте 1941 года в районе Густова из 30 самолетов-нарушителей 5 было сбито, один совершил вынужденную посадку. Нарушение приказа комиссара госбезопасности, нарушение. Но данных о том, чтобы кого-то наказали за нарушение этого приказа, нет. То есть, с одной стороны, я так считаю, что советское руководство политическими мерами показывало, что оно демонстрировало, что не желает войны с Германией. Но в то время те люди, которые непосредственно в соприкосновении с немецкими войсками были на границе, они делали свое дело, защищали границу. В 3 часа 30 минут по берлинскому времени 140 застав пограничных войск НКВД БССР окажутся в полосе наступления немецких группировок «Север», «Центр» и частично «Юг». Рядовые отряды немецких дивизий, по численности в 20 раз превосходящие наши заставы, открывают огонь по приграничной территории. Варварский обстрел будет продолжаться с немецкой аккуратностью точно по инструкции, ровно один час. Немцы отлично знают, на какие площадки высаживать десант, где форсировать реку, куда лучше всего переправлять артиллерию. Пограничные заставы некоторых отрядов, не получив приказа на отход, полностью погибли. Возведенные оборонительные сооружения опорных пунктов станут хорошим ориентиром для авиации и артиллерии противника, а деревянные сооружения сгорят в считанные минуты. Я не доезжаю до заставы, километров 5. Встречается ко мне навстречу инструктор служебных собак на повозке с собакой. И он говорит, что заставу стерли лицом с земли. Заставы я ни одного человека не видел, ни офицеров, ни рядовых. Видимо, все погибли. На уничтожение застав противник отвел всего 30 минут. Педантичные во всем, немцы взяли в расчет лишь вооружение, трехлинейки и максимы. Однако методик просчета таких качеств, как мужество и патриотизм, в Берлине не оказалось. Практически целиком были уничтожены несколько застав, которые находились на территории Литвы. Это 105-й, 106-й, 107-й пограничный отряд. Причем потери 105-го пограничного отряда были настолько большие, что он единственный из всех отрядов Белорусского пограничного округа был расформирован в сентябре. На участке 17-го Брестского отряда в одном месте там бух вдается в нашу территорию, и он мелководен. И этот участок немцами был использован как переправа
для 4 танковых дивизий. Естественно, эти две заставы, которые попали в полосу действия этих дивизий, они были просто гусеницами, смешанные с землей. Никого не стало живо. Двенадцать часов держат оборону бойцы погранзаставы под руководством Феодосия Кириченко. Уже 16 часов 8-я застава лейтенанта Лебедя отбивает атаки, а когда в бой вступают танки, со связкой гранат под один из них бросается жена начальника заставы Настя Лебедь. 14 часов обороняется 13-я застава. После ожесточенных боев полностью погибнут все подразделения 17-го краснознаменного погранотряда. На 4-й заставе 86-го ломжинского погранотряда Василия Малиева к вечеру в живых 13 человек. Отчаянно дерутся с врагом пограничники 2-й и 8-й застав Чижовского погранотряда. После неудачных попыток переправиться через реку Западный Буг, немцы вынуждены вызвать авиацию для того, чтобы уничтожить огневую точку, где ведет бой пограничник Новиков. После 12 часов боя полностью погибнет 1-я пограничная застава 86-го пограничного отряда лейтенанта Сивачева. А когда закончатся все патроны, в рукопашную поднимется 3-я застава лейтенанта Усова. Легендарного пограничника, командующего пограничными войсками, Матросова, он вспоминает там о том, что при встрече с маршалом Советского Союза Григорием Константиновичем Жуковым, тот сказал о том, что большая вина у нас перед пограничниками, потому что в июне 41 года мы их бросили. Но пограничники знали, что родина-то у нас одна, и, соответственно, с этим они, в общем, задний ход не включили и работали по своему предназначению. И в том, что после этого, после первых боев на границе, для немецких оккупантов зеленая фуражка — это стало что-то страшное. У нас на заставе было 67 человек, и вступили в бой, который длился часа 4-3. Немцев осталось, то есть нас осталось 8 человек, а немцев 320 человек мы убили. В первый день войны 45-я пехотная дивизия вермахта только при штурме Брестской крепости понесла небывалые для нее потери. Терреспольские ворота оказались в направлении главного удара врага по Брестской крепости. И первыми, кто оказал ему сопротивление, были пограничники 17-го краснознаменного погранотряда. Среди них самыми первыми 9-я погранзастава Андрея Кижеватова. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля, 41 год. Только в 1944 году, после освобождения Бреста, на стене одного из бастионов, где дрались пограничники 9-й заставы 17-го Брестского краснознаменного погранотряда, нашли эту процарапанную надпись. Ни одна из 20 пограничных застав 17-го краснознаменного пограничного отряда не отступила без боя. А ведь именно пограничники были первыми в скорбном списке потерь 1941 года. Они держались на главных направлениях по 3-4 часа, на других направлениях 10-15. Кто-то продержался гораздо дольше, и вряд ли кто-то может сказать, кто был самым последним из защитников Брестской крепости. Не ожидавшие такого ожесточенного отпора, немцы не хотят брать пограничников в плен. Раненых добивают. Еще трагичнее была судьба командирских семей. Ну и о подвиге Андрея Митрофановича Кижеватова наши односельчане узнали только лишь в начале 60-х годов. И мало кто знает, что Андрей Митрофанович в 40-м году последний раз приезжает к нам в село и забирает свою пожилую маму с собой сюда, в Брест. Мало кто об этом знает.
И надо сказать, что женщина пожилая, когда она уезжала, садилась на сани, она очень сильно плакала, перекрестила всех своих родственников, друзей, знакомых. Женщина понимала, что больше она в наше село никогда не вернется. Осенью 1942 года неподалеку от села Великорита Брестской области была расстреляна гитлеровцами семья Андрея Кижеватова. Мать, жена и трое малолетних детей. Застава младшего лейтенанта Тухаренко, начальника 17-й пограничной заставы Ломжинского пограничного отряда, первый день войны встретила круговой обороной врага. И отпор настолько был жестоким, настолько активным, что немцы вынуждены были отойти и попросили помощи. Дополнительно прибыл батальон немецкий и несколько танков. Так вот в этом бою участвовали мать Кухаренко, жена Кухаренко. Они лично освободившиеся оружие брали в руки и разили врага. Одних таких начальников застав, который в первые дни войны не понес потерь больших в составе своем, личном составе, когда отбивали первую атаку. Ни одного пограничника не было убито. Потом уже, когда превосходство очень большое произошло, он тогда уже имел потери. Что такое пограничная застава, которая там порядка 50 человек, вооруженная стрелковым оружием и десятком двумя гранатами? Редко какие заставы были укрупненные, где-то порядка 80-90 человек даже были. Вот, например, как Кибартайский гарнизон, там помимо заставы была комендатура. Вот, и они довольно-таки длительное время оказывали сопротивление. Но эта застава находилась на окраине населенного пункта, фактически прикрывала шоссейную и железную дорогу, мост через реку. Поэтому это был очаг сопротивления серьезный. Ну и практически с этой кибартайской комендатуры живых не осталось никого. Пограничные заставы – огневые точки укрепрайонов. Маленькие островки, окруженные со всех сторон врагами, будут вести неравный бой до конца. Войска первого эшелона прикрытия, пробивающиеся границы под непрерывным вражеским огнем, не сумеют спасти их. Практически белое пятно в истории пограничных войск Беларуси – это 10-я пограничная эскадрилья, которая базировалась под Гродно, около деревни Карлино. По косвенным данным, по структуре других эскадрилей, штатная численность составляла 12 самолетов разведчиков Р-6. Есть косвенное свидетельство о том, что был 13-й самолет, но, возможно, на нем пролетел для инспектирования генерал Соколов накануне войны. Он находился в Белорусском пограничном округе и инспектировал 86-87 пограничный отряд. Три самолета, которые достоверно известны, находились на начало войны в Гродно, они поднялись в воздух. Но все были сбиты в воздушных боях, потому что куда этому тихоходному фанерному самолету тягаться с Мессершмиттом на тот момент, новейшим скоростным истребителем. Кстати, один из летчиков, который с этой эскадрильей принимал участие в боевых действиях, 22 июня в небе над Гродно, впоследствии стал героем Советского Союза, правда, посмертно, гвардии капитан Мещеряков. Вот единственный герой Советского Союза летчик, который проходил службу в пограничных войсках Беларуси. После тяжелых кровопролитных боев уцелевшие пограничники вливались в состав действующей армии. Те, кто остался на оккупированной немцами территории, в дальнейшем стали руководителями многих диверсионных групп и партизанских отрядов. Учили нас, как действует первое оружие. Изучали тщательно и нашего производства, а также трофейное оружие. Дальше взрывчатки и действия по древному делу на железных дорогах. Минирование на шоссейных и полевых дорогах против немцев.
Одновременно нас также очень помню, нас начальник штаба как пограничник, лейтенант Филатов, он нас обучал и вопросам бдительности в борьбе с контрразведкой вражеской. Потому что пограничники серьезно осуществляли противодействие, вели грамотно вооруженную борьбу. И это впоследствии сказалось в том, что практически в ходе Великой Отечественной войны диверсионно-разведывательная деятельность в тылу Красной армии она была парализована. Были и другие задания по поиску и возвращению на нашу территорию высоких военачальников. Был случай, когда один из военачальников в очень высоком звании, выше генерал армии, он смолодушничал, военную форму снял, переоделся в одежду, гражданскую одежду, и таки они его нашли. И начали, когда выводили, и он просил, дайте мне форму. Но форму ему не дали. В том виде, в котором он был, он и предстал перед глазами Сталина. По всей линии границы, там, где шли бои, вся территория была усеяна телами погибших пограничников. Местные жители хоронили их в обозначенных местах. Впоследствии там появились братские могилы. Своих сгинувших в горниле войны близких до сих пор ищут многие тысячи людей. Архивы завалены запросами. По оценочным данным, на территории Белоруссии и Прибалтики погибло, пропало без вести до 16 тысяч пограничников Белорусского округа. Суровые, строгие, непобедимые. Такими были пограничники 41-го. Такими и остались. У них своя история победы и свой путь, полный мужества и отваги. Каждый из них – легенда, не рассказанная до конца.